Быть вместе и в горе, и в радости – признак любви, крепкой семьи и верности. Семья Нахушевых и Заула Алибердуковски отпраздновала 54 года совместной жизни. Как сохранить брак на долгие годы, воспитать достойное поколение? Своими секретами семейного счастья чета Нахушевых поделилась с Майей Хамдоховой. Прожить в любви и согласии 54 года. Немногие пары могут похвастаться таким супружеским стажем. Семья Нахушевых – яркий и достойный пример того, как сохранить семейные узы и передать свой жизненный опыт молодым семьям, которые только начинают жить. Мухаммед Хамзетович и Тайбат Хусиновна принимали поздравления от самых близких и родных им людей. Что бы ты хотела пожелать своему дедушке и бабушке? Чтобы они были всегда здоровые, счастливые и жили долго-долго. Я часто приезжаю к бабушке и дедушке. Что вкусненького готовит тебе бабушка? Ветчины и блинчики. Поздравления Нахушевы принимали дома, в ауле Алибердуковске. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности поздравить супружескую пару с таким знаменательным событием и вручить им почетные грамоты прибыли представители районной и сельской администрации, управления ЗАГС Хабесского района, представители общественного движения Адыга Хаса. Сегодня нам выпала такая честь оказаться в семье Нахушевых и поздравлять Мухаммад и Тайбат. От имени главы администрации Хабесского муниципального района, от себя лично и вот от коллег поздравляем вас. Глава семьи Нахушевых Мухаммед Хамзетович поделился главным секретом крепкой и дружной семьи. Нужно радоваться каждому дню, уважать друг друга и быть преданным. Без любви невозможно построить крепкую семью. Она – основа всего. Делится личным опытом Мухаммед Нахушев. Брак – это согласие между собой. И любовь тоже есть, конечно. Без любви тоже не будешь жить. Конечно, внуки радуют, даже правнуки есть у нас уже. Они тоже радуют. Когда приезжают все вместе, мы веселимся, а им барашку режу. Все веселимся. Старшее поколение – пример всем молодым. Трудолюбие и терпение – вот основные качества, которые необходимы, рассказывает хранительница очага Тайбат Нахушева. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабесский район.